А що ви не можете припинити сказати причину остановки или що? Я не зобов'язаний цього робити. Не зобов'язаний? Ви слышите, що він говорить? Не зобов'язаний говорити причину остановки? При понятих ні, я вам уже... При понятих ні? А, що ж ви там тільки мої нарушення хочете сказати, а? Расскажите, пожалуйста. Идите, будь ласка, на 3 метра. А почему это я вдруг? Так отойдите вы от меня. А я журналист, у меня право находиться, где хочу. Говорю, 3 метра. А я журналист, у меня право находиться, где хочу. Вы посадовая особа. Поедешь воевать, а не бамбук курить в этом. В Изюме, понял? Вот то он был. Товарищ понятый, один, подойдите, пожалуйста. Ясно, на вільній формі. Тут 14 числа, 11 місяця, 14 року. По такій-то годині я був по тримайте, ще раз. Ще от поруч, тебе здає. Так? Маєте право. Маєте право навіть його не заповняти. Можете не заповняти. Конечно. Дякую, я відмовляюся. Відмовляйтесь. Добре, все на краще. Спасибо за понимание. Тоже да, смотрите его тоже в интернете завтра. Ну что, что будем делать? А что вы хотите, чтобы... Так составлять протокол, говорить, предъявить, а потом разбираться пожалуйста. В суде? Предъявить, пожалуйста. Составляем протокол, потом в суде да, разбираемся? Да. А кто вам такое сказал? Кто вам такое разрешил делать? Расскажите. Есть законодавство, видно, какое. Какие законодавства? Такие, что вы создаете протокол, а потом я имею право его оскаржить. Вы что, прикол тянете? Який согласно прикол? Доказе вы маете право шановный. Составить протокол. Что, шановный? Шановный, будь ласка, не придумайте нового законодавства. 251, 268 статья Конституции. Еще раз скажу, будь ласка, не придумайте. 251, 268 статья. Еще раз скажу, не придумайте. Не придумайте. Вы особисто для себя какие-то иные законодавства. Вы не понимаете? То, что... Водій перед вами розвернув. Я вам совет этого не делать. Шановний, то, що ви советуєте, не советуєте, це вже, будь ласка, не влияйте на. А що ви заставляєте делать? Там, он спектр. Будь ласка, не мешайте. Не трогайте руки, руки от меня уберите. Я сказав руки уберіть від мене. Що ви бігаєте? А що ви толкаєте? Руки, інспектор. Руки. Я говорю, будь ласка, не мешайте. Ви заставляєте водителя писати, не понятно що. Не заставляєте. Не орите на мене, отойдите ви з оружием. Блин, неси тесто, не слушайте меня лишь. Я говорю, что ты пишешь? Напад на противника милиции. Какой напад? Где? Напад на противника милиции. Так задержи один наручники. Руки от меня уберите. Успокойтесь. Руки убрали от меня, говорю. Успокойтесь. Руки уберите, я сказал. Руки. Успокойтесь. Руки уберите. Успокойтесь. Что вы там заставляете писать? Руки я уберите. Я ничего не заставляю никого вы... писать. Водить. Руки вы уберите, я сказал. Что вы трусите? Холодно. Руки от уберите. Чего? От чего? Вас никто не трогает. Ответственного вызывать. Кого? Кого? Удостоверение ваше. На каком основании? Я вас требую об этом. Вы? Я вам представлялся? Нет. Говорю, я требую удостоверения. Требуйте дальше. Так руки не протягу, понял? Вы влияете. Да смотрите. Да что? Кто протягивает? Моего напарника. И что будет? Доставлю его. Давай, доставляй. Поехали. Доставляй, поехали. Садитесь. Доставляй. Садитесь, поехали. Сейчас поедем, давай. Садитесь, поехали. Поехали. Сейчас поедем. На той машине. Сейчас поедем, закрою машину, поедем. Поехали. Забивайте, поехали. А что вы на меня вдвоем кидаетесь? Я один вдвоем кидаетесь. Это вы кидаетесь на понятых. Я на понятых кидаю? Да. У меня видеосъемка. И что вы несете, инспектор? Ну, как раз нормально то, что у вас... Так нормально, так. Как раз и покажу, да. Вы заважаете, проведете. И что? Ну? Складание административных материалов. На какой подставе? Порушення ваше. Якого порушення? Он є свідок конкретно, який вказав. Який свідок? Розкажіть. Ви його заставляли писати, у мене то на камері є. Це ви. Та заставляли. Якщо б у нього було що сказати, він би писав. Залякати, що значить залякати? Інспектор, у нього ж писалась камера, що ви несете? Я журналіст, будете завтра в Ютубі, в інтернеті. Кому? Це я говорив вам двом оленям, а не йому. Та самі ви олень. Смотри, який чертило.